очень важно, чтобы современные школьники имели возможность себя реализовать. Это задача взрослого поколения. Но вот здесь, вот, например, в Калининградской области, в вашем центре это можно сделать. Ну, конечно, я считаю, что нынешнее поколение школьников не сильно отличается от того, что было 20 лет назад или 40 лет назад. Но каждому, конечно, нужно что-то свое. И современным детям нужны новые технологии, нужны интересные задачи, интересные проекты. Очень здорово, что у вас центр такую возможность предоставляет.